Ольга Бузова и Давид Манукян повергли в шок фанатов, начав публично обсуждать предстоящую свадьбу. Конечно, о конкретной дате бракосочетания речи пока не идет. Однако селебрити уже перекидываются фразами с завуалированным смыслом. Перед Новым годом Дава сделал необычный подарок возлюбленной, пригласив ее провести каникулы на Мальдивах. Бузова, конечно, согласилась. И теперь селебрити радуют Инстаграм счастливыми фото в обнимку друг с другом на Лазурном берегу. Под одним из таких нежных кадров артисты и завязали разговор по душам. «Может быть, свадьбу сыграть?» – подписал трогательное фото с красавицей в зеленом платье Манукян. «Может, выйти за тебя замуж?» – тут же отреагировала Бузова. «Хорошо, подумай только», – парировал Давид и поставил смайлик сердечко. Поклонники Бузовой тут же заподозрили неладное. Все как один уверяли, что селебрити не могут просто так шутить о свадьбе. Так некоторые предположили, что звезды отправились на Мальдивы с целью провести тайную церемонию. Другие высказали версию, что в Новый год Дава сделал предложение Ольге, но пока эту новость влюбленные от всех скрывают. Она еще думает: «Конечно, да! Поди уже тайно обвенчались! Шикарная пара! Давно пора!» Поддержали идею Бузова и Манукяна фанаты. Однако, идет ли речь в загадочной переписке о реальной свадьбе или артисты просто развлекаются, пока доподлинно неизвестно. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.